Всем привет! Сегодня у нас продолжение нашего конкурса. Леша Миранчук и Мост. Мост. Андрей Мостовой. Андрей Мостовой. Будем обыгрывать ребят. Да, Федю Артема надо и Артема. Сдвинуть их в сторону. Это сражение наше. Мы чемпионы с Федей, непобедимая пара, которая готова на все ради победы. И мы костьми ляжем, чтобы победить. Поехали! Захарян и Соболев, да? Согласен. Ну, по-моему, так. Ну, Соболь понятно, да? Да, Соболь сразу видно. Я как Дюпа. Захарян? Да, да. Соболь, Захарян. Режим Дюпа. Подожди, ну Соболь-то понятно, но тут кто? Глаза чьи вот это? Подожди, подожди. Давай, подожди, да, стоп. Ну, прическа Соболь, да? Ну, почему мне тоже сразу бросилось это? Захарян и Соболь. Ну, они что, глаза, что ли, только подставили? Ну, получается так, что Соболя так выпрямили. Ну, прическа-то его. Ну, это Соболь, точно. А вот с кем вот проблема? Да, не мое, не мое. Не-не-не, это, я тебе... Ну, давай, Захарян, ладно, Соболь. Ну, давай, Бабу, если хочешь. Давай Соболев, Аздоев. Мост, ты что, попал, что ли? А где там мост? Так что у меня, что мое? Кстати, ну ладно, да. Я думаю, что там тоже будет тяжело угадать. Поехали. Ну реально, Андрюху тяжело было угадать. Прическа вообще от кого? Посмотри на его и на мою, да, на Соболя и на мою прическу. Вообще... Да нет, мага. Это мага и Кузя. Мага Кузя, что ли, не? Да. Это ужас вообще. Это очень. Ты урод. Джика? Нет, нет, нет. Ну, сейчас. Ну, блин, нос, конечно, удает. Да, у них есть, который этот, да, поет. Аверин или как его вот тут? Да не, ну он получше, чем вот этот. Нет, посмотри просто на Кузяя вообще, конечно. Да. Ну, давай, могу давай, Кузяя. Да. Лерчик, о! Браво, Лер. Мы в игре. Мы в игре, да, вот когда сразу. Ну, Дюпу видно сразу. Ну, Дюпа. Дюпу. Вот это Дюп, он как Дюпа. Да, давай, Дюп, режим Дюпа включи, Федь, я тебя рассчитываю. Дюпа Евген. Дюпа, Дюпа, да, Дюпа, Дюпа Евген. Евген, да, мне даже Евген. Смотрите, ну, часть. Дюпа точно, ну, прям Дюпа прям сразу видно. Причем Дюпа прям очень прям похож, я бы сказал, что ты его прям брат. Подожди, ну давай тогда. А ну, Дюпа, Дюпа как будто точно. Второе. У кого такая улыбка, как у Джокера? Уши такие. Самоха нет. Блин, пипец, как видно, да, на улыбку смотри, видно, как будто да. По улыбке кто-то, но не по... как будто... Самоха нет, Самоха... Подожди, прическа это кого вообще? Это Дюпа прическа, да? Фома... Да... Не, Фома... Фома нет, думаешь? Скорее да, чем нет. Ну Евген нет, походу, тоже. А то вратарь еще, Шуня, Лунь. Это... Если... Как конец. Это этот, может быть, этот Рибери? Этот Макар. Это Рибери Макар. Игра Робена. Лицо Рибери. Макар. Макар и Дюпа. Макаров, может. Вылетел из головы Макар. Туда его! Туда его! Какие вы сильные! Рубиновскую связку вытащили. Я уже методом исключения начал. Чисто вспоминал. Жамалетдинов. Глаза вот, чьи глаза? Нет, Джамалетдинов точно, голова его. Это 100%. Тут Рифа, нет? Да, вот Рифа, да, тоже Рифу увидел. Нижняя, да, часть? Или Шуня. Или... Глаза, разве Шунин? Ну, нет. Ух, прям, глаза такие, видишь, чуть вниз брови. Ну, Джамалетдинов такое лицо, ну, Джамалетдин точно, его прическа. А сейчас сложнее сделали, блин. Намного, да. Сейчас надо глаза закрыть и открыть. Ну, давай. Потом расскажешь, как. Тяжело сказать. Давай скажем. Кара либо Ион. Давай Иона. Ион. Ну давай Ион. Давайте Ион. Бог с ним. Шуня. Ну вот, ну да. Очень тяжело, да, сейчас смотрю. Вот такие рожицы. Блин. Ну не, мы его не отгадали. Это Федя и Мухин. Муха. И Евген, нет? Кудряша и Мухин, ну это вообще, конечно, вот это гоблин. Это похож на Костю Рыбина похож. Блин, муху вижу, а кто еще-то? А че, в мухе такие губы? А? Как будто должно сразу быть, знаешь? Че за гопник? Хотя бы губы мои оставили. Федя и Муха. Да, давай Муха. Давай Муха и Евген, да. Да? Да, Муха, конечно, вообще. Федя! Федя, Кудряш. Ну, блин. Федя и Муха. Федя и Муха, да.
Федькин, а чего здесь? Не, Заболотный точно. Заба. Блин. Захарян? Блин, увидел только что сразу. Ну, понятное дело, Заба, да. А вот это лицо такое. Кстати, так получилось, как будто реально настоящий человек. Глаза, да, другие? Даже у меня вариантов нету. Зоба, нет. Фу, ну уши Забины. Что тут должно быть? Прическа Заба, да? Ты чё? Может, Заба Семенов? А что тут от Андрюхи? Сафон. Сафон. Сафон? Да, если Заба Сафонов. А, кстати, возможно. Ну, Лунёв же не может, Луня бы мы вычислили Сафон. Давай попробуем Заболотный Мотя, Жмотя. Ну, я думаю, давай, доверимся. Ай, хорош. О, я себя сразу же увидел, не? Это Лёха, не? Это Лёха Миранчук. У меня нет? Или Лунёв, вообще, или Лунёв, или Головин. Вот что-то такое. Скорее Лунёв. Это я. Ты итальянец какой-то, мне кажется. Точно есть, я не знаю. Не, серьезно говорю. Лунь. Ты Лунь. Подожди. Миранчук Лунёв. Да, Лунёв. Миранчук Лунёв. Да, глаза. Фу. Да, что-то есть. Да, не кажется. Давайте, я и Лунь. Да. Макаров? Нет, Макаров же был. Это я? Самоха? И Самошников, может быть. Самошников Дюба? А прическа твоя? И Дюба, нет? Нет, прическа не твоя же. Но рожа-то потом дальше-то моя идет. Блин, да? Самоха и Дюба. А, Дюбу вижу, да. Самошников Дюбу, давай, не пугай нас. Если да? Да, Дюбу я вижу. Но если ты говоришь Самоха, да, на первый взгляд, я сразу подавай, да. А? Блин, я вообще... Самошников Дюба. Ну, я себя узнал, а Самоха, вот у него была, помню, какая-то такая... Прическа? Прическа какая-то. Сейчас у него немного другая, да? А это быстренькая, да. Какая? Молодец. Так, вот Марио и Семенов. Да, Марио и Семенов. Да. Марио, да. Фернандес... Вот некоторые прям сразу бросаются. С Андрюхой Семеновым. Ну, кстати, да, если сразу не поймать... Да, подтверждаю. Так неплохо разогнались, что двух, да, быстро? Это вообще легенды. Это про Евгений Дивеев. Двое из ларца, да, с одинакового лица. Эти, которые вот эти, три богатыря, помните, которые у этого, Юлия, подкову с дубинами, которые драли. Это Евгеньев, Чувашлян, Галян, Килькунда и Дивеев, да? Да. Ай, парочка, они... Это сильное сочетание, сильное. Нет, Дивеев, может, хуже стал, Евгеньев определенно прибавил. Мои любимчики. Самый красивый точно в команде. Черыш точно. Да. И голова, наверное. Ну, точно Черыш. Черыш. Вот это очень тяжело. Черыш одного видно сразу, да. Второго практически невозможно понять. Причем реально получился бы нормальный вот парень. Вот реально. Так, я по линиям пошел. Крова нет. Дальше голова, будет легче. Дальше. Голова. Головин. Точно? Ну, кстати, под носу и это. Ну, вообще Черыш Головин, да. Черыш Головин, давайте. Да. Давай голову. Я почему. Смотри, глаза. Не, ой, не глаза, это рот. О, все, голову голова, вижу, да? увидел голову. Да, да. Голова и Черыш. Фух. Оп, нормально. Фу, блин, это что такое? Бомж какой-то, да? Это Баринов и Джики. Баринов и Джики. Загула двух недель. Это очень. Такой, знаешь, пропитый такой алкоголик со стажем такой. Так. Бара, нет? Бары нет? Давай бара Джика. Бара Джика. Да. Батя. Это Батя. Вот это Захарян точно. Слава, нет, каравай. Зоба. Захарян. Захарян? Да? Зоба Захарян. Да, Зоба Захарян. Чё? Ну подожди, мы подумаем. Захарян точно? Может, каравай, там каравай тоже уши такие. Они здесь оба? Серьезно? Каравай и Фомин. Кто? Да. Что-то мы реально Захарян с собой везде. Как мы так с тобой? Это что-то на Зобу даже все даже отпало у меня Зоба. Как будто похож. Прическа, лоб вот это, знаешь. Ё-моё. Арсенчик, мы о тебе думаем каждый день.
Вот зуба. Вот зуба с... Слушай, а головы закрывай какие. Вот это... А, вот Захаряна, вот эта бровь, не Захарян, Захаряна, вот эта часть. Слушай, я не могу... Даже Джека с бары там поинтереснее смотрелись. Знаешь, проходят, знаешь, в тюрьме, когда фотографируют подозреваемых, знаешь, тут некоторые, мне кажется, вот оттуда. Брови, брови. Захарян зуба. Захарян зуба. Подожди, а кто еще остался? Захарян зуба у нас? Я... Жирок? А, жир. Ну, жир, я думаю, сразу было понятно. Слушай, а что это за взгляд такой безумный? Правый глаз? Кто это? Это плеймейкер новый у нас? Подожди, кто сам? Может, при слиянии получилось? Жирка как раз это борода была. Не, какой жирка, ты вообще здесь нет. Юра, зоба. Зоба, может быть? Захарян. Ожметаем сразу его. И он. Или Юра Жирков, или Зоба, нет? Подожди, ну, а что с глазами-то? Подожди, у них... Подожди, цель меня. Кто у нас там ходит? Кто так ходит? Жирок, Ион? Блин. Подожди, Ионова не было. Леха Ионов. Ты думаешь, это Ион? Один Ионов? Давай Жирок. Жирка такой, мне кажется, взгляд может быть иногда. Он уже так устал от футбола, что у него просто уже... Жирков Забнин. Захарян Зоба. Хорошо, под конец, да, пришел? Захарян Зоба? Ионов, блин, Ионов, рядом было, блин. Да. Я говорил Ионов, блин, последнего. А у кого борода? У Зобы? А у Иона что, борода есть? У кого борода, тому он скажет да. Зоба точно. Давай, Захарян. Ты тогда Зобу тоже сказал? Давай, Захарян. Я тогда просто вспылил. Может, Иона тут нету? Ну давай, давай. Захарян Зоба. И он бородатый. Это победа! Петенька, котик мой. Я не знаю, когда он так показывал, когда я сказал про Иона, он все сразу... А что, извините, опять? А давайте все ты портишь. А вот Жирок, блин, с Захаряном. Да? Жирков Захарян. И здесь борода, видишь, такая уже. Ну, Жирок Захарян. Кстати, неплохо получилось, действительно. Плюс один, мы вас шлепнули! Смотрите! Вы сколько решем непобедимые! Да, я чуть не обалдел! Захарян не видел. Нет, сейчас мы вообще почти в каждой фотографии Захаряна видели. Соболев с Мусавой себя не узнал. Да как там, как это? Мне вообще там не узнал. Мы тоже не знали. Рядом не был. Я вообще не знал, что Мусавой сборной. Это как его... Захаряна видел практически везде. Его в каждой. Захаряна, просто Захарян же. И на какой-то момент он уже, это Ваня уже орёт, вы же вас везде, что Захарян? Ну, Федя как-то ещё останавливал, Тёму Захарян, говорит. Не, реально, вот предыдущие, мы то же самое сидели, а мы ошиблись на том же, где они. Мы тоже сказали, что Захарян и он, и, тоже вы и он, и Захарян. Вы предпоследние не угадали, предпоследние? Нет, мы также сказали, что в конце ответили Захарян и кто там был? Зоба. Да, Зоба, это понятно. Зоба, и он или Захарян. Ну, там, а ты Дивея с этой Сергеевым видел? И муха там с кем-то. Лёха меня сбил, когда он у него глаза. Видели, косорылый такой. Вот, смотри на него. Причём страшнее, чем Дивея, но красивее, чем Евген. Согласитесь, да? Не, ну Евгена уж вот эти два, конечно. Смотри, что перекошено такой. Всё, ребятам тоже понравилось, товарищ. Не, ну это прям бухающий, прям алкоголик такой. Он наш похож на нашей Раши, который возле телевизора, помнишь, сидел? Светлаков. Да. И один еще был зэк там один. Сейчас сложнее. Мы первый раз когда участвовали, было легче. Сейчас тут 2-3 видно там. Ну видно было Магу и Кузяя. Кузяя пучеглазый такой. Не, Дивея Евген, да. Всегда должно быть такое. Вот в прошлой серии был Соболь. А меня с Лунем вы угадали? Да, мы ржали. Там видно? Ну там тебя видно. Меня видно, да. Луняс? Не, я Леху увидел сразу, но видно, что он не очень симпатичный. И то есть, так как Соболь уже человек был. Не, вот убил там Ерохина вообще. Не по прическе, я просто сказал прическу не у него. Ладно, спасибо. Спасибо большое, спасибо, ребята. Смотрите на ютубе. Да, спасибо, ребят, спасибо. Плюс один. Не, ну да. Обидно. Ионова вы долго думали. Ну там реально Захарян. И там взгляд еще такой косой прям, косорылый. Нет, я вот эти взгляды, я думаю, у нас есть такие? Глаза разбежались, и он косорылый.